Что ж, посмотрим, что это за дерьмо. Весьма позитивная заставочка. Нищебродская, конечно, но с некоторым стилем. Простеньким. Пару оранжевых полос, тетка бегущая. Вот и все, собственно говоря. Так, игра на движке Unreal 3. Графан, в общем-то, весьма простенькая, если не считать вон те деревья вдалеке. И здесь, короче, надо что-то делать. Вот так вот как-то поднимать. Для чего-то. Это стоит сколько-то, ну не знаю, бабла, что ли. Вот такая вот пушка какая-то. Так, тут купим. Вообще непонятно, чё, как. А методом тыка особо неохота. Ну, чтобы все вообще стыкать. Вот единственное, что красиво в графике, это вот эта вот скала с деревьями. Все остальное весьма простенькое. Короче, потом жмется Интер. Вот, Интер нажался. И начинают приближаться какие-то дебилы, которых, видимо, надо отстреливать. Пушка стреляет медленно. Блять, ебло тормозное. А, сука, хуй ты тормозишь-то, сучара, блять, тупая. Ебать, блять. Тупая, бля. В общем, вообще не игра, а хуйня какая-то. Нахуй такое делать вообще? О! Одну волну я отбил. Типа можно следующую. Опять что-нибудь надо купить. Блять, вот ебло тормозное, а. Пизду.